Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами продолжим тему миграционной политики. И вот вам новость. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер после того, когда случилось такое вот страшное событие 31 мая этого года в городе Мангейме, когда афганский мигрант, имеющий статус терпимого, убил полицейского и тяжело ранил несколько человек, напав на политика с ножом, она сказала, что да, нужно действительно прикрывать эту программу приема афганских вот этих вот мигрантов-беженцев, нужно сделать то, нужно сделать все, нужно самых злостных и уголовных элементов отправлять обратно на родину, хотя Афганистан не принимает, но мы будем стараться. Начала лить елей в уши, скажем так. Но после того, когда вот это вот произошло, где-то месяц назад, она же выступила с предложением от Министерства внутренних дел в Бундестаг пронести запрет на ношение гражданами Германии холодного оружия на улице. То есть ножи, там, мачете, секаторы и тому подобное, ерунда. Я уже в одном из видео говорил, но как вот можно провести такой запрет? Это что ж получается, полицейские будут останавливать каждого человека на улице и шмонать его карманы? А вот этих вот сомалийцев, тунисцев, марокканцев, которые бомбят магазины, грабят людей по вечерам, их трогать что ли не будут? Им наплевать на все эти запреты. Они как ходили с ножами, так они и будут с этими ножами ходить, елки-палки. Но оказывается, запрет, о котором говорила Нэнси Фезер, сводится к тому, что запретить ношение длинного холодного оружия, то есть лезвие ножа, которого имеет в длину более 6 сантиметров и раскрытого, то есть выкидные, вот как бабочка или нож на пружинке, они запрещены законом. Если нож раскладной, то он в Германии, именно такие ножи продаются, которые ты одной рукой открыть не сможешь. Его нужно открывать двумя руками. Закон такой. Ну, такой вот закон. Неважно, охотничий нож это или нет. Кстати, если охотник имеет свой нож, у него на этот нож есть регистрационный номер, и он обязан его постоянно по требованию полиции показывать, что да, вот он у меня дома есть, и я его на улицу не ношу, только на охоту и так далее. Там свои замутки. Ну так вот, Нэнси Фезер запретила ношение холодного оружия в Германии. Молодец. Журнал «Компакт» уже запретила, да? Тоже молодец. Но журнал «Компакт» подал апелляцию в суд. И суд сказал, что ее запрет считается неправомочным. Журналу «Компакт» обязаны выплатить 130 тысяч неустойки. Журнал имеет полное право продолжать свою деятельность, подрывную деятельность дальше. Ну так вот, Нэнси Фезер сказала, что оказывается, мы имеем право носить ножики в карманах. Вот эти вот швейцарские ножики, вот эти Викторинокс, у которых лезвие сколько там, ну сантиметриков 5, да, вот такой вот небольшой. Такой ножик я имею право носить в кармане. Ну нафиг он мне нужен? В лесу палочку что-то состригать или еще что-то? Человек, который хочет на кого-то напасть, он все равно обойдет все запреты и законы и сделает все по-своему. Так вот, очередной перл от нашей Нэнси Фезер по поводу депортации афганских нелегальных мигрантов обратно на родину. После того, как Талибан сказал, что, конечно, они готовы принимать своих граждан обратно, но, естественно, за определенную плату. После 15 августа, когда Талибан праздновал свое трехлетие с вступления во власть в стране Афганистан, талибы выступили с просьбой, не с просьбой, с заявлением или с прошением, обращением ко всем бежавшим из Афганистана мигрантам, нелегалам, в котором говорится следующее: возвращайтесь на родину, ее нужно восстанавливать как экономически, так и политически. Нам нужны люди, нужно отстраивать дома, нужно поднимать страну из руин.
хватит бегать по чужим странам и так далее. Это обратились талибы 15 августа этого года к своим бежавшим от них разным вот этим мигрантам, нелегалам и так далее. Так вот, Нэнси Фезер сказала, что каждому афганскому мигранту, который подлежит депортации, но не хочет ехать отсюда, мы готовы. Она не спросила, готовы ли люди, она не спросила, готовы ли правительство. Она сказала, мы готовы платить проездные премии. Я думаю, что это такое? Ну-ка, почитаю-ка я побольше и вникну, так сказать, в суть вопроса. Оказывается, не просто отправлять на самолетах с комфортом обратно в Афганистан вот этих вот нелегалов, криминальных элементов, уголовников, бандитов, убийц, а еще и давать им на карманные расходы, то есть после прибытия в Афганистан, допустим, я не знаю, сколько она собирается им давать, говорит, типа, вот оплачивать им проезд, и так за счет государства проезд оплачивается всем вот этим вот нелегалам, которых отсюда вышвыривают, и так оплачивается проезд. То есть давать им еще деньги на подъем и давать им нормальные паспорта. Какие паспорта, если он, блин, сюда прибежал по поддельным документам? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ладно, фиг с ним, с тем паспортом. Это в ведомстве госпожи Анналены, обожающей жителей Африки. Просто пищащий от них. Просто вот так вот, верещащий просто вот так наши Анналенки. Бербок. Нэнси Фезер сказала, что нужно давать им премии за то, что они отсюда уезжают. Получается цепная реакция. Они будут отсюда уезжать. Хорошо, вот вы, допустим, будете каждому такому нелегалу афганскому давать 10 тысяч. Ну, у нас же страна богатая. Чего бы не просто так давать каждому 10 тысяч. Вот в этом году, кстати, только с января по август этого года, только в одной Саксонии отправили 300 с лишним вот этих вот нелегалов обратно. 300 умножить на 10 тысяч, это сколько? Ну, конечно, мы же не глупые, это же получается 300 тысяч. Да денег у нас полно, мы еще наработаем, мы еще больше налогов заплатим. Нэнси, зови сюда всех, пусть они здесь бегают с ножами, людей пугают, на полицейских нападают, а потом... Согласно твоим правилам, мы будем их отправлять обратно, но в карманы будем их вложить денежки. Ну, там, 1000, 5000, 10, в зависимости от тяжести преступления. Если преступление очень тяжелое, значит, можно 1020 дать и сказать ему, пообещай нам, пожалуйста, что ты больше не приедешь в Германию бандитствовать. Он скажет, конечно, я обещаю, я вам слово даю, больше не приеду под этим именем. Вернется к себе в Афганистан, половину денег заплатит за новый фальшивый паспорт, отпустит себе, избреет свою бороду, пострижет с налоса и приедет опять в Германию под другим именем, с другим паспортом. Опять наворотит каких-то идиотских своих дел, его поймает полиция, скажет, а не ты ли был несколько лет назад у нас Али Абу Ибн Хабат? Нет, я... Исламбек Бабаркаев, ах да, ты другой, ты просто на него очень сильно похож. Нет, у нас в Афганистане все похожи друг на друга, все, абсолютно все. Ну мы тебя высылаем, ну хорошо высылайте, сколько вы мне денег дадите, да? 10 тысяч, 20 тысяч, так и будет бизнес, блин. Сюда-то потом со всего мира мигранты будут лезть только за то, чтобы их, мало то, что сюда их принимают, им дают пособие, им дают квартиры, им дают кровь над головой, крышу над головой. Так когда их будут депортировать, им еще собираются деньги платить по 5, по 10 тысяч, а может и побольше, чтобы только они отсюда уехали. Я уже сказал, это страна Абсурдистан. Вот эта вот светофорная наша коалиция, вот эти вот политики, эти партии, они вообще ничем не думают. Да там думать-то нечем, елки-палки. Такой бардак в стране происходит, честное слово, я просто поражаюсь этому. И главное, это пишут государственные средства массовой информации. Это не какая-то желтая пресса написала, или типа вот как газета «Бабка надвое» сказала, или там типа «Баба Шура по воде писала вилами».
Это государственные средства массовой информации, плюс еще вечерняя программа Tagesschau, есть такая, вечернее обозрение, тоже об этом сказали. Наша Нэнси, блин, зажигает на каждом углу, она, блин, елки, ее не остановить, ее не остановить. И если она и дальше так будет, блин, вы знаете, ну, скоро вся страна будет, все местное население будет ходить в одних трусах с дырками на заднице. А мигранты будут приезжать сюда, устраивать какие-то преступления, получать премию за это и сваливать обратно к себе. Кто в Сирию, кто в Афганистан, кто в свой Узбекистан, кто в Тунис, кто в Марокко. Кстати, по поводу марокканцев. Нет, пардон, тунисцев. 99% всех краж у нас на ареале, вот на площади около ЖД вокзала, там у нас есть огромный торговый центр, большой магазин, Эдека называется. И опять-таки вот из разговора со своим знакомым полицейским, он мне сказал, что 99% всех краж в этом магазине, будь то алкоголь, продукты питания или какие-то вот хозяйственные товары, совершают выходцы из Туниса. Опять же вопрос, в Тунисе что, идет война? Или там ситуация какая-то политическая неправильная? Чего они тут делают вообще? Почему их-то принимают? Так, это вопрос не ко мне, это вопрос к Аннелине Бербок, к нашему министру иностранных дел. К ней же мы уже как-то адресовывали вопрос по поводу того, что если в Афганистане дискриминация женщин и девочек, то какого хрена мы принимаем сюда афганских мальчиков и дядечек? Почему мы принимаем тех, кто дискриминирует? Почему мы принимаем тех, кто обижает, а не тех, кого обижают? Что-то, блин, что-то непонятное. Что-то непонятное. Ну, посмотрим, что оно там будет в следующем году. Поэтому они, наверное, сейчас и пытаются насолить как можно больше своей собственной стране, собрать сюда всю шваль вот эту вот с Афганистана, с Пакистана, с Сирии, с Туниса, с Марокко, со всех Сомали вот этих вот ненормальных, у которых психика вообще на нуле, собрать всю эту шваль сюда на территорию Германии в качестве нелегальных мигрантов, бандитов, уголовников, убийц и уйти всем правительствам в отставку в следующем году. Типа пусть новые правители придут и разбирают наши ошибки. Ну, наверное, так они и думают. Это Аннелина, Нэнси, Роберт, Карл наш, Шприцевец, Лаутербах, ну и все остальные. Бардак? Конечно же, бардак. Но среди этого бардака у нас есть одна структура, которая действительно борется за порядок в стране. Это полиция. Кто-то мне в одном комментарии написал, что в Германии самая убогая и ушлепанная полиция, что, мол, они нифига не умеют, нифига не знают и так далее. Ну, судя по всему, этот человек вообще не знает, что такое КСК, что такое ГСГ-9. Если вы хотите узнать, что такое КСК или ГСГ-9, задайте в гугле, посмотрите. Сотрудники немецкого спецназа действительно стоят на очень и очень хорошем счету во всем мире. С ними даже коммуницируют, советуются, проводят семинары, обмены опыта, встречи по обмену опытом граждане из Моссада. Это все, что я вам сегодня хотел сказать. Вот про нашу вот Нэнси Фезер, ну и вот так вот немножечко вскользь по другим темам. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, с уважением отнестись к тому, что я из Молдавии когда-то приехал, но живу в Германии. Там один меня спросил: дядя, а давно ли ты в Германии? Я ему ответил: а тебе, мальчик, для чего? А он куда-то пропал. Наверное, ему связь интернетную обрубили Роскомнадзор, поэтому... Такие вот дела. Ладно, это такая шуточка была в конце. Всем удачи, пока.